Макет национальной библиотеки с кветок, миньон из кабачков, рыбки с лимонов. Областный экологичный конкурс «Зеленый витамин» у 16-й раз прошел у Гомельским областным палаце творчести детей и молоди. Мероприемство провело областное отделение Белорусского дитячего фонда. Удел у конкурсе приняли выхованцы амаль трех десятков специальных интернатных установ, социально-педагогичных центров, специальных дошкольных установ, дитячих домов семейного типа. Усяго свыше сотни хлопчиков и дзяўчынак. Яны разом со своими наставниками створали эстетичные выставы, выкананные у одином стиле и объединенные у сюжет. Кожную экспозицию складали композиции с кветок, садовины, гародніны и незвычайные природные элементы.